Salam, salam dostlar. Değerli dostlar, bakın bugün güzel çöreğle yiyeceğiz. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вот с этим прекрасным хлебом будем кушать. Hello, dear friends. We will eat with this beautiful bread today. Look at this. Что мы сегодня кушаем? Рагу из баранины с картошкой, тушеная баранина с картошкой. Замечательная копченая колбаса. Давно не кушал так простую еду. Сыр исмаилинский. К сожалению, свет так падает, что невозможно вот показать. Вот так покажу. Исмаилинский, знаменитый азербайджанский сыр. Друзья, ну, у нас еще маринованные огурцы. Азербайджанская карабахская кета, к сожалению, полностью не поместилась, пришлось порезать на две части. Друзья, варенье из черешни из нашей деревни. Маленькое-маленькое, без косточек. Чай будем пить. И еще вот деликатес. Друзья, это называется гаймахлы нехреяла. Что это означает? Это деревенское соленое, деревенское соленое масло из сливок. Не сливочное масло, а вот именно соленое масло из сливок. У него такой приятный вкус. Можно даже без хлеба ложкой кушать, как мороженое. Я уже попробовал, столько съел. Боялся аппетит перебить. Так что начинаем. Порежем хлебушка немного. О, вот так. Так. Смотрите. Смотрите, какое оно нежное-нежное. Вот сюда помажем. Пока буду снимать видео, оно прям растает. Кто-то там нам пишет. Колбаски положим. Копченый. Так вот. Так, друзья, положил. Вот. Нежный сыр. Прекрасные бутербродики получаются. Масло просто нежнейшее. Вчера такой потрясающий футбол был. Сборная Португалии с Роналдо еле-еле вырвала победу. Вкуснотища. Это национальное блюдо наше, называется соус. Ну, как у на русском соус. Только у нас в конце З.
И ударение падает на у. Замечательный сыр. Полезный. Вместо фистала. Такой вкус у этого масла, друзья. Как мороженое. Специализированный магазин, деревенские продукты. Вот там покупаешь. Это специальное масло для завтраков. Горячо еще. Водички холодненькой. Сегодня сборная Турции будет играть в 11 вечера по бакинскому времени. Доедим этот кусочек.
Колбаса тоже очень вкусная. С утра у нас жарко, но потом облака появились. Моросит небольшой дождик, но душно, очень душно, жарко. Это турецкий хлеб, друзья. Такой воздушный. Смотрите, друзья, как будто режешь вот мороженое. Сливочное мороженое. Колбаски положим сюда. И вкуснота. Не видно вот так. Еды было больше, конечно, но сюда вот на стол не помещалось с большой тарелки, поэтому и вот в более маленькой миске кушаю. Приближается мой юбилей, друзья. Вчера уже поговорил с родственниками, с семьей. Ну, предварительно договорились, где буду его встречать. Этот день рождения, этот юбилей. Дай бог, все получится. Так, попробуем вот это варенье из белой черешни. Посмотрите, какая красота. Это деревня. Из деревни. Это соседка наша угостила, если честно. Потому что у нас во дворе не очень много черешни уродилось в этом году. Такая вкусная, без косточек. Очень вкусно. Кяту сейчас тоже попробую.
Карабахская наша азербайджанская, это знаменитая. Так, хочу, друзья, покушать. Вот кяту я порезал ее на две части. Вот ее начинка специальная. Вот посмотрите, она придает ей пикантный вкус. Это как десерт. Чай я уже выпил. Обожаю вот эту начинку. Вкуснота. Картошка. Друзья, это не баранина, я думал, это баранина. Это говядина. Внутри тушеная. Колбаска. Хотите, если вы с колбаской, по малой спаской. Угадайте, из какого фильма это. Советского, знаменитого фильма, в котором играл один из моих любимых советских актеров, к сожалению, недавно скончался. Друзья, вода — это жизнь. А летом это вообще спасение. Фу. Наелся я на славу, друзья. Спасибо, что смотрели. Перемешал я и сладкое, и соленое, и масло сливочное, и булочку, и хлеб, и колбаску, и огурцы маринованные, и варенье, и сыр. Все перемешал. Спасибо, что смотрите, друзья. Хочу передать свое позитивное настроение вам. Всем прекрасного настроения и удачного дня. Целую вас, друзья. До новых встреч.